Добрый вечер, с вами канал Биркейс, меня зовут Макс, и это Бир Соло. Сегодня у нас на обзоре пиво, которое сейчас набирает популярность, и все начинают варить пиво для фитоняшек, собственно. И сегодня у нас одно из таких пивасов. То есть это от Айфбрю, про Айфбрю разговаривать мы не будем, все понятно так. Double Chocolate Banana Cake, то есть двойной шоколадный банановый типа кекс. Смысл такой. Рецепт, разработанный на осеннем конгрессе дипломированных кондитеров и диетологов северо-запада. Слушаем дальше. Каждая банка – это 20% вашей суточной нормы углеводов, 13% калия, по 5 натрия и кальция и всего 1% жира. Ваша диета никогда еще не была настолько вкусной. То есть действительно сейчас заходит в моду пиво для фитоняшек, для людей, которые правильно питаются и так далее и тому подобное. Ну, то есть это интересно, поэтому решил взять попробовать. Но помимо того, что здесь, короче, супер полезное пиво, у нас правильно, что экстрактивность начального сусла 33%. Сразу отсюда делаем вывод, да, что алкоголя здесь, объемная доля спирта не менее 10. Пробуем. Пахнет действительно сразу бананом. Прям банан, банан. Бананыч. Банан и шоколад. Супер пивной бокал у меня. Это причем пивной бокал, не винный. Но я в нем уже делал обзор. Банан с карамелью в запахе. Вот алкоголь чувствуется здесь, конечно. Обычно ее брюшки очень сильно прячут за счет того, что там своих десертных имперцев, те очень сладкие. Это не такой сильно сладкий, как обычно, 10-градусные, да, у них напитки. Но это все равно очень вкусно. Единственное, что не могу сказать, что прямо супер нравится, это, наверное, ну, 3,25 этому пиву я поставлю. То есть это прикольно, на постоянке пить такое я не буду. Но все равно банку другую можно зарядить. То есть я за второй не пойду, это 100%. Ну, это довольно вкусно. Все, это быстрые обзоры. Будем заканчивать. Прикол в том, что алкоголь, да, давит для людей, которых пьют, едят ЗОЖ и так далее. Вот, пожалуйста, для вас сделали алкоголь. Причем люто крепкий. Конечно, все это маркетинговый ход, и это все чистое накидалово. Но подача интересная, за это, конечно, респект. Пить правильное пиво, и любое пиво правильное. Любое, как бы. А это самое правильное.